Так, Дима. Ух, немножко отдохну, я устал аж. Я наверху, давайте, поднимайтесь. Я не увидел, да как, блин. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Васаби, скромный Кинган Чпук, Серега, Редиска, Бенефит, Данила, Кокоас. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Приветики. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники гоняются за нами». И все, кто помнит эту карту, напишите в комментариях. Это очень классная карта, и она подходит для догонялок. Серега у нас начинает быть очень злым фиолетовым челиком. И кто проиграет, тоже становится. И в конце у нас будет очень много аниматроников и один выживший. Так что, если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Кто первый умрет, тот лох. И Дима умирает первым. Нет, нет, так Серега, ты ж так не делай. Делай, Серега. А где он, где он? Он наверху. А, ну все, я внизу тут буду тусоваться. Зачем ты это сказал? Что сказал? Я слышу Серегу. Не бойся, я так делал 100 раз. Дима, а, да, он вверху чекает ножичками. Так. Кто меня бьет, кто будет меня бить, тому не поздоровится. Я переключу режим спрингтрапа, и тому жопа будет. Да, ты такой злой? Он еще никого не убил? Нет, нет. Так, включимся. Не, не скинь, у меня как класс! Опа, редиска! Ты че такой слабый? Ты дурак, Серега, че ты обосрался? Это было очень близко. Мочи его, Серега, давай. Я, блин, чуть-чуть. Не, Сережечка, я тебе не дам, все живы. Все, короче, один умер, остался ты, Дима. Да подожди, еще куча игроков, успокойся. Прикольно. Да вот пацаны стоят на столе, поубивай их. Че ты за мной гоняешься? Ребята, напишите в комментариях, кого убьет следующий, меня или кого-то из подписчиков. Кто хочет с нами записывать, заходите в наш дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и поучаствовать в ролике. Серега, ты до сих пор гоняешься за мной? Нет, я уже за другим. А, это другой уже фиолетовый челепиздрик. И мне страшно, то, что я гляну, если сзади меня он будет стоять. Да не бойся, не бойся, я так 100 раз сделал. Какой, куда ты идешь? Уйди! Так, так, так. Все спокойно. Короче, можно так спокойно всю серию повыживать. Чем, никого не убили. Его покашет. Все, пойдет. Может, он заходит? Присоединяется? Нет. Я слышу какие-то страшные звуки. Ну, я никого не слышу. Дверь нельзя закрыть? Никого нет, уйди. А эти двери нельзя закрыть? О, слышу, слышу конченые звуки. Пацаны, а фиолетовый человек не на большом расстоянии бьет? Нет. Прям в притирку, да, только вплотную? Да. Мы снимали с ним вплотную. Я знал, я просто проверял. Видишь, Серега, тоже знаешь. Ой, не ту кнопку нажал. Так, идемте, выйдем. Чпоник? Я слышу страшный звук. Ой. Серега, ты чего? Не ту нажал. Опа. Опять. Серега, ты что там перевоплощаешься? Есть! Да это не подака! Дай, дай, Серега, еще один шанс. Это же, ну как бы читерски наполовину. Нет. Не да могу. Как это ты стал под ногами и убил меня? Это же нечестно. Прошу, Серега. Что за читерский аниматроник? Давай, Дима, еще один шанс дай. Да, давай, ну потому что реально я не ожидал. Я же типа, я знал, что ты меня убьешь, и я бы стоял смотрел, да, как ты меня убиваешь. Гениально. Ну это план. Это план, я понял. А где он? А он снизу. Он мне попытался догнать, но я убежал. Я убил. Так. Отлично, отлично. Ребята, главное не останавливаться. А где он? А, вижу, 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 вижу. Опа! Отлично, отлично. А, меня, мне кто-то подстрачник дал, но я предупреждаю вас, ребята. Опа! Ты чего, Серега, не надо. Не, не надо, Серега, не надо. Это не я. А он же бьет на расстоянии теперь этот аниматроник, не? Нет. Не. Не? Все равно будет плотно, но он будет. Так, отлично. Ну, пока мы выживаем, мне нравится. Все четко. Мечта, первый проигрыш.
Че там, Серега, долго будешь воскрешаться? Подожди, вот, мучается в агониях. В агониях печали. Заслужил. Не, пацаны, лучше туда не идти. Там тупик, это очень опасно. Ну что, давай, подлец, иди сюда. А кто у нас в сфере этого человека? Сейчас будет жопа. Не, не будет нам жопа. А как он туда залез наверх на бочку? Я так и не понял. Я могу показать. А, я знаю, как он это сделал. Я знаю. Да, оттуда и с шифтом запрыгнул. Красавчик. Пацаны, это была подпись. Все. Вот эти два человека, Дима, чтоб ты понимал, мне посрачника давали. Да? Серега. Да. Нет. Не догонит. Выберите обычных пурпулгаев, не надо вам спрингтрапов. Это уже чересчур будет. Да, да, тут сложно. А тут один? Серега, ты чего? А успокойся, ну успокойся, все их. Режим психопата. Ладно, это спрингтрап, это снова становится фиолетовым. Да, согласись, он читерский, он очень быстрый. Да. Я испугался, пока он... Ну, зато одного убил. О, бежит, бежит. Двоих. Я двух убил. Красиво. Красиво, ребятушки, бежим. Плохо, что на этой карте нет особо нычек никаких. Вообще-то есть, но ты должен прятаться. Димас. Я думал, я протащу там, но нет. Это, наверное, не судьба меня там затащить. Димас, у нас человек бегает с костюмом трапа, я испугался. Отлично, отлично, ребята. Блин, это так стрёмно. Нет, это весело, Димас. Ты чего, ребята? Блин, да отвалите вы от меня. Да отвали, я боюсь, ребята, что это жесть. Ставьте лайк за то, что я так долго выживаю. Это сложно, это же честно, сложно. Двигут за мной. Да хватит жмакать все кнопки, вы чё? Я тебя забаню. Кто это? Так, Дима. Ух, немножко отдохну, я устал аж. Я наверху, давайте, поднимайтесь на... О! Я не увидел, да как, блин. Что, Дима? Ну, блин, я поддался. Если честно, Серега, я поддавался. Ладно, ладно, я не поддавался, проиграл. Ну, блин, я думал, так хорошо выживал. Ну, хотя бы лайк за старание точно можно поставить. Камеру поближе. Кто остался в живых? Я. О, еще один остался в живых? Да. Я еще живой. Вы шо, офигели? Да. Я проиграл, а вы живые? Кинг-а-фан. Кинг-а-чпанкс. Остался я, как Костас и Данила. У него скин, да, под столом пробегает? Прикольный. Как Костас и уже убили. А, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но я все живу. Я, получается, последний живой? Да-да-да-да. Лучший игрок, нет? А, я живой, я живой. А, еще один живой. Я его ищу сейчас. Да иди сюда. Пацаны, один давайте сидит. Все наверх, он тут. Один сидит, наверное, где-то прячется, да? Не я знаю, наверное, да. Это очень очевидно. Блин, а да что все сюда пришли на второй этаж? Так я на втором. А где? Мы не можем капхеда убить, телепиздрика. Вот он же, ты шо? Убейте его, побудь. Нас трое, мы не можем его убить. Ну чего, ребят? Ну давайте, все за ним, все за ним. Ну блин, а ну как его убить? Сейчас поймаем, сейчас поймаем, ребятушки. Вы меня бьете. Да ну меня не бейте, но вы тоже бьете меня. Да блин, смотрите, четвером против одного. Да не, пацаны, мы не можем. Ну вот-вот, я видел, чуть-чуть бы зацепили бы его. Да вот он бегает под столами. Подстольная тварь. Слышь ты, иди сюда, домовой. Вылази, таракан. Сейчас подловим. Не, надо еще наверное кого-то позвать. Еще кто-то есть надо из нас? Надо подловить его, надо подловить. Либо взять другого аниматроника, который близко. Блин, не знаю, что делать. Давай я возьму Кэндис. Да давай. Да вот его сразу убьешь, мне кажется. Ну, да. А в этом... Давайте еще 7 минут выживет, то мы проиграли. Согласны? Димас, я еще живой, ты чего? А, ты еще живой?
да. А где ты? Я такой, вижу стенку и лампочку. Ага. И лестницу. Привет, Димас. Привет, как дела? Нормально все у тебя. Поджива. Вот, за ним, быстрее. Вот он, до сих пор его не можем убить. Все, вниз побежал. Нет, вот он кругами. Мы его сможем убить или нет, пацаны? Я сейчас убью его. Так, я буду его тут стоять чекать, может все-таки как-то я его убью. У вас сначала план капкан, да? Да блин, это капкут? Ну вот! Блин, да нет! Ты другого убил, ты своего убил, Серега! Иди сюда, ну блин! Проходы чека уже все пробиваю. А вдруг? Блин, жесткий какой-то чувак попался на пацана. Не можем его убить. Так, тут еще один живой человек, которого не нашли. Не ссы. Так, вставай. Да я по нему попасть, но он такой мелкий. Ты попадешь, Серега, я сейчас тоже буду помогать тебе. Смотри, это труп. Ну что? Я его сейчас выслежу. Вот он. Я сказал, что его убью. Еще ты живой? Да. Слышь ты, Чебупель, ты где? Не найдешь. А где же он? Срач, я сейчас найду. Даже не знаю, где срач бог этот. Входим. Меня нашли только что. Давайте, гоните его сюда. Данила, возьми другого. А, так ты вот. Ай, да что, Серёжна? Ничего страшного. Внизу, ребята. Мгновенно перевоплощение. Убили? Да. Есть. Ну что, давайте битву, каждый сам за себя. 3, 2, 1, битва началась. Ой, не ту кнопку нажал. Ну иди сюда. Иди. Иди. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. За аниматроник, Серега. Серега, ты живой? Да. Я болею, Серега, за тебя. Не, уже не болеет, ты меня убил. Давай. Серега! Мы Серегу не убили. А нет, еще нет, Серега же. Ну. Нет. Давай. Я болею за Серега. Нет. Все. Красавелла. Еще? Я еще жив, да. Ты спрятался? На, Серега сегодня убийца. Все, Серег, ты победил. А я лучше выживальщик. Всех? Да. Нет, я еще жив. Кто? Бенни Фэт. А ты где? А где ты? Понял. Не вижу. Чё-то как-то нечестно. А где он? Я еще даже не появился. Этот Серега меня уже убил. Ну да, мы же так любим я играть. Я в подвале. Ой, а где я? Да нет, я тебя в подвале, что ты брешь? Вот я стою на лестнице. А, вот он. Давай. Ну, Серега, молодец. Ну, тебе вообще равных нету, представляете? Какой убийца. Да, Серега, ты всех убил. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, ставьте наш дискорд. До встречи.